На сегодня в Хакасии объявлено штормовое предупреждение. Синоптики ждут сильный ветер. Местами порывы будут достигать 25 метров в секунду. Кроме того, прогнозируются ливневые дожди и грозы. Не исключают метеорологи выпадение града. А вот изнуряющая жара начнет спадать, начиная с завтрашнего дня. Если сегодня днем столбики термометров вновь поднимут 132 градусов, то со вторника станет немного прохладнее. Дневная температура упадет до 22-27 градусов, ночная до 13-18. Сохранится вероятность дождей всю рабочую неделю, осадки прекратятся только в пятницу. И по прогнозам синоптиков, к следующим выходным снова установится жаркая погода.